Сегодня у нас 21 августа 2018 года. Находимся в районе села Маяки. Локация номер у нас это уже 4. Раскоп номер 2 на сегодня. И вот такую картину перед собой видите. Это костные останки бойцов РКК. Поверхностные воины находятся практически на поверхности. Те, что лежат в верхнем слое. Частично, да, были они уничтожены. Сельскохозяйственная техника частично сгоревшие. Но у нас есть предположение, вот так как весь нижний слой и в правую часть ямы очень много припала идет. И кости полностью практически сгорели. 5 человек изъяли уже по фрагментам, потому что все фрагменты, которые были обнаружены, были полностью уничтожены. Среди них была найдена ладанка христианская. И вот наше предположение, скорее всего, во избежание эпидемии местные жители накидали сюда угля и уже сверху на горящий уголь кидали тела погибших для того, чтобы их можно было утилизировать. А дальше уже начали накидывать, но, соответственно, эти бойцы толком не сгорели, которые были брошены уже значительно позже. Итак, рассмотрим бойца номер один. Он находится практически сидя, видите, вот в таком вот положении. Части тела нету, скорее всего, его распахало. И у него, вот для нас очень странно, имеется ремень. У него был ремень, на ремне находились подсумки с патронами к винтовке Мосина. Так, и в правом кармане у него был карандаш красного цвета. Далее, боец, который находится ниже его, предположительно младший лейтенант, у него вот находятся и такие вот петлицы. Две латунные. Да, сгоревшие. Каска тоже прогоревшая. Но можно сказать, костные останки были полностью уничтожены. Это на шинели было. Далее под ним находится еще один боец в каске разбитой, тоже частично обгоревший. Личных вещей визуально не видно, не обнаружено. На поверхности над ним находится еще один боец. Это вообще хаос. Ну тут два человека, вот один, а с другой стороны второй. Что интересно, они в полукруге лежат вот так вот. Как будто их вылаживали. Еще один боец находится немного ниже, лицом вниз. В основном только пуговицы с гимнастерок и крючки, шинели и галифе. Так, далее боец наполовину сгоревший. Также у него имеются пуговицы и шинели. Это говорит о том, что это период 1942 года. Раз, когда здесь штурмовали немецкие позиции, переправлялись через Донец, и часть бойцов осталась даже на той территории, на подконтрольной на тот момент советской армии, а часть успела перебраться на эту сторону. Но в течение недели были практически все части были уничтожены. Сверху на бойце находится винтовка системы Мосина. Затвора нету, скорее всего, немцы вытаскивали, обезвреживали, выкидывали. Она полностью в сборе, штык примкнутый, так и остался, да. И как мы видим, там, по-моему, да, там патрон в патроннике остался. Вот такой вот предмет. Но она, возможно, была втыкнута, стояла здесь. На ней, может, каска висела или что-либо еще, потому что она, ну, как-то находится на поверхности. Явно она не горела, как бойцы, которые... находится немного на дерево, он же мы предполагаем, что да, она стояла здесь, на ней возможно была каска, как обозначение, что здесь братская могила. Ну и далее последний боец, также отбитые ноги у него, частично они были обгоревшие. С этой стороны был сильный выпал, кости практически были уничтожены. Также у него в правом кармане находятся патроны к винтовке системы Мосин. Своих личных вещей больше нет. Ну ладанку я добавлю туда. Ну да, добавишь. Так, фотофуг.